Успокойся, ты, я шучу, проходи. Да нет, я тут живу. Мы мимо проезжаем, сейчас едем через сады и в Майский хочу. А там Иванопола есть? Там он. А ну как его, где улетел? Там нет, А Завьялов он вообще разбирается в этих ситуациях? Если там досвелся, классно про него прочитал. Я просто, у меня мысль такая, что же купить, я тут в Польше. Ну там фанзона тоже будет типа а-ля молодой. Экран 100 квадратных метров. Как-то децентно, то есть музыка бодрит, но хочется послушать мышку и скрипку. Ундервотер. А ты смелый проехал, я попал в тюрьму. Очень важную задачу. Мы протоптали тропинку, которая без нас бы зачахла бы. В каком гугле вы ее нашли, блин, лучше скажите. Это не я, это Иванов. Ну понятно, что он. А нас, кстати, думаешь? А, логично, да. На самом деле именно. Нет мостика, нет штрафа. Я работаю, это один сделать, все. Давай, заяц, ты на тракторе? Жги. Посмотрим. Опа, баба. Жива? Да. Классно? Проехали до туда. Что, заяц, поедешь или пойдешь? Легко. Смотрите. Я проползу. Совсем не рядом. Да то, у Иры было, и надо знать, она упала. Такой котик весит полкилограмма.
Саш, ты же последний. Звоните, я подъеду. Все приехали. Что-то нас стало меньше, по-моему. Кто попался? Как ее вытаскивать? Не знаю, как-то же я ее туда затащила. А что это вы тут делаете? Они проволочку поймали. Цветы металла собирают. Вот только ее выбросить надо нахрен отсюда. Мы в следующую среду поедем и заберем. Кому-нибудь другому повезет. Да, раздолбанная трактором. Не, но мы не могли столько проскочить. Что? Ну, нет, на горизонте, что вообще. Мы долго вообще тормозили. Удивительно, долго. Ничего страшного. Там, я еще долго вас ждала, потому что они... Не, Леха, пока ты, наверное, около Ленина тупилась. А, ну разве что из-за Ленина. Мы выезжаем к воде, да? Прямо. Прямо? В воде, сказали. Прямо. Здесь обе две дорожки одинаковые. Одна чуть лучше, другая чуть хуже. А вы куда пойдете? Прямо. Налево. А толпа. А просто фотка очень большая, помню, в ширине. Когда мы в том году тут были. Ну да. Ну да что же, блин, бабы, по-моему. Да. Где-то палку тоже кто-то положил. Какую-то палку все в озеро кидали. Да. Я попал в нудное кино. Ага. Не факт. Мы еще посмотрим. Наташка. Иди нафиг, да. Куда едем? Ехать пока некуда. Просто растянуться, это будет нормально. Вот. Мы последние. А где второй Дима? Он там. 200 километров нет у него. Два тута. Нет, нет. Туда нет, туда и обратно. Нет, туда обратно. Я говорю, до туда нет. Мы сейчас тоже от озера отдаляем. Просто мне не хочется на следующий день, что на работу идти. Там получается расход. На горском море нет. Может, давай что? Может быть, не на моем деле. Вот прибыл! Вот прибыл! Ну и я Продолжение следует...
не осень. Когда золотая осень, с бабой. Если у тебя всего этого нет, значит, не попьешь. Почему?